Поминальный день Русская Православная Церковь отмечает на 9-й день после Пасхи. Он приходится на вторник. Однако на Кубани уже стала традицией вспоминать усопших на день раньше, в понедельник. В этом году Радоницу в крае отметят 20 апреля. Эту дату официально объявили нерабочим днем. Также, согласно постановлению губернатора, муниципальные власти должны обеспечить все условия для проведения поминальных обрядов, а краевому министерству в этот день необходимо усилить охрану порядка.